Сегодня должны состояться минские переговоры, на которых, как мы очень хотели бы надеяться, что наконец-то уже состоится договор о подтверждении всех пленных. Если вы знаете, что из украинской стороны Украина требует подтвердить всех пленных ДНР, и ДНР тоже требует подтвердить тех, кого считают неподтвержденными. Мы очень надеемся, что наша мама Чуйкова Марина Владимировна будет подтверждена, потому что она есть в списках пленных, которых запрашивает Украина. И, к сожалению, ДНР не подтверждает ее факт ее задержания. Факт того, что она находится там, они скрывают, что она там находится. Она была задержана 19 марта 2018 года. Она пыталась выехать, она была задержана якобы за контрабанду. Позже представители ДНР задержали ее на месяц. Месяц ее удерживали вообще, мы не знали, где она находится, скрывали ее. Сейчас ее обвиняют в шпионаже. И удерживают, обвиняя именно в этом. Я хотел бы, чтобы это услышали не только украинские власти, но еще и российские, а также представители ДНР и ЛНР. Конечно, консульство напишет по поводу сегодняшнего мероприятия отчет и передаст его на Москву. Я хотел бы сделать ударение на том, что моя мама должна стать символом освобождения пленных в Украине. Как стал Олег Сенцов, но Олег Сенцов стал символом освобождения пленных в России.